Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я играю в игру под названием Кома. Итак, в прошлой серии я нашел листочек с паролями, который позволит мне открыть некоторые классы, которые были ранее закрыты. Так, тут я еще встретил летописца. Он какой-то очень странный, но... Ладно. Записка с паролем от класса 1А. Записка с древней... Так, с дверной комбинацией от класса 1А. Наверное, ее потерял кто-то из уборщиков. Доступ к классу 1А. Так, ключ от главного здания. Этот ключ нужен работникам кафетерия, чтобы рано... Это я открыл эту дверь. Ключ карты персонала. Ученики нередко воруют активированные карточки для самых разных нужд. Доступ к служебным комнатам. Ключ карта председателя. Эта карта выглядит как другие, но подходит только к кабинету председателя Мотта. А, это только для председателя Мотта, я понял. Список паролей от классов. Записка с цифровыми паролями от разных классов. Доступ к большинству классов. Табель успеваемости Йонху. Йонху завалил три предмета. Алгебру, общество знания и ИЗО. Могло бы быть и лучше. Так, вот тут у нас есть 1А. Пароль изменен был. Причем мы в него заходили. А, ну так смотрите, все эти пароли нужны только для западного крыла. Так, ну так, неужели этот табель с оценками и есть этот ключ, о котором говорила я Соль. Что ж, надо спросить ее. Так, она пошла в западное крыло. Так, а если я... Я даже не знаю, куда лучше отправиться. Блин, она тут. Так, давайте попробуем открыть все классы, которые есть. Например, 2C. Что-то блокирует путь, написано. А с этой стороны? А, ну да, с этой стороны мы можем пройти. Здесь этот бардак. Так. 2Б. В 2Б мы еще не были. Открыто. Так, доска для сохранения. Ничего полезного. В этом классе вообще ничего нет. Только для доска для сохранения, ну еще и шкаф для того, чтобы можно было спрятаться. Я остался после уроков, чтобы... А, вот я понял. Это мы читали. Но я просто думаю, вдруг тут какие-нибудь новые записки появятся. Вот, мы же нашли того, кто пишет все записки. Летописцы нашли. Который пишет записки и расклеивает их по стенам. Может быть, он уже тут прошелся и новые записки наклеивает. Ничего полезного. Так. Ничего полезного. Так, в этом шкафчике у престижных учеников класса 2А есть своя собственная полка. Судя по хранящимся здесь книгам, можно легко понять, кто что из себя представляет. Почти как витрина. Так. Она вроде вправо ушла. Мы пойдем влево. А, ну... Давайте на 4-й этаж сходим. Там тоже были классы, которые я не смог открыть.
Закрыто. А почему я этот класс не могу открыть 2D? А, потому что с этой стороны надо открывать. То есть получается, через одну дверь мы входим, через другую мы выходим. Тоже пустой класс, в котором мы можем просто прятаться. Ну и сохраняться, разумеется. Я знаю то, что она, блин, где-то справа ходит. Так, я не слышу, как она ходит. Не слышу ее шагов. Вот теперь слышу. Так, она вроде как влево ушла. Так, здесь я уже был. Не понял, что тут сейчас было. А, в этом кабинете, да, я был. Много цветов, бонсай стоит. Ой, часов. Много часов вон на стене, и бонсай стоит на стуле. Так, здесь я тоже был. Хотя нет, не был. Эй, я сегодня вечером собираюсь погулять. Ты со мной? Бульдога не будет в своем кабинете. Из-за вечеринки занятий. А, из-за вечерних занятий. Что, правда? Что ж, можно сделать передышку благодаря кучке перегородок неудачников. Только больше ничего не... Так, только больше никого не зови. Если об этом узнают много людей, кто-нибудь обязательно все испортит. Ничего полезного. Я здесь не был, но почему-то этот кабинет стал открытым. Может, мисс Сонка его открыла? Или я соль? Так. На столе лежит короткая записка. Послушай, выбирайся отсюда как можно скорее. Тебе нужно спешить. И я не шучу. Если застрянешь в любом классе с буквой F, игре конец. Уноси ноги, пока не... Так, пока можешь. Я поняла тебя. Так. Я понял тебя, таинственный автор. Уже спешу. Этот стол бульдога. Ма, у него кабинет для консультации в главном здании. И насколько я заметил, он всегда там торчит. Если подумать, то я даже не уверен, есть ли у него свой дом. Два F. 1F. А, да, в классе F, короче, учатся, ну, типа, как сказать, отстающие ученики. Ничего страшного здесь нет. Это просто неудачная шутка. Так. Третий этаж я исследовал. Так, это не наш класс, это соседний класс. А, да, кстати, я же в своем классе не был давно. Нужно попробовать свой класс. А, подождите, вот мой в класс. 1Е. Так, подожди. Ну, тут Е-соль стоит. Ладно, я знаю то, что она в моем классе находится. Поговорим с ней позже.
Я еще на первом этаже не проверил кабинеты. На первом этаже тоже вроде были кабинеты, которые нельзя было открыть. Так. Давайте сохранимся. Так, закрыто. Может быть, вот это как раз тот самый класс. Да, вот. Это последний класс в этом... Так, в этом крыле, в западном, который я не мог открыть. Все, все классы открыты, так что мне сюда нужно будет возвращаться только по каким-нибудь квестам, если будут квесты. Это еще кто такая? Привет. Йонхо. Мина? У нее кровь из... Так, и ей кажется очень больно. Мина, что случилось? Что с тобой? Это просто ранка. А, правда, кровь не останавливается. Йонхо, мне больно. Это мисс Сонг? Она с тобой это сделала? Я не понимаю, о чем ты. Мне бы кровь так как-нибудь остановить. Можешь сбегать в медпункт? Так, попробовать взять ее с собой. Найти что-нибудь, чтобы остановить кровотечение. Давай попробуем взять тебя с собой. Я не могу тебя здесь оставить. Нам надо пойти в медпункт вдвоем. Я бы хотела с тобой пойти, но не могу. Я не могу идти. А, я не могу так идти. Йонка, возвращайся, когда найдешь что-нибудь, пожалуйста. Не волнуйся, так, Мина. В конце концов, для чего нужны соседи? Мне холодно, кровь не останавливается, плохо. Что мне делать? У меня же есть бинт. Слушай, у меня бинт есть. Я хочу тебе помочь, как бинт использовать. Ну давай в медпункт сходим. Может там... Типа аптечка будет. Ну а что мы еще в медпункте, по сути, можем найти? Ой-ой-ой. Так. Привет, я Соль. Спасибо за то, что ты сделала безопасную зону. Теперь-то меня здесь не поймают. Кстати, а знаете, в чем проблема? Доски-то потихоньку покрываются вот этой непонятной субстанцией, непонятными глазами. Но, как он сказал, это типа растение какое-то. И мне кажется, в скором времени я вообще сохраняться не смогу. Так, давайте-ка я лучше для начала схожу в медпункт. Может быть, я что-то там найду. Так, это какой класс? А, это второй этаж, а мне надо... Нужно на третий этаж подняться. Так, я нашел... Мину на каком этаже? На первом. На первом этаже я вроде ее нашел, да? Получается, я ее нашел на первом этаже. На втором этаже находится... Я Соль. Так, а ты что-нибудь скажешь? А, он не хочет с нами разговаривать. Мы его отвлекаем. Так, где находится медпункт? О, да, смотрите, мне нужно в медпункт. Мы сразу, наверное, на первый... Так, мы сразу спускаемся на первый этаж и бежим к медпункту. Блин, она нас заметила. Так, здесь спрятаться нельзя. Не помню, чтобы в медпункте можно было прятаться.
кстати, решил пересмотреть, может быть, здесь есть что-нибудь про красную звезду или про синий круг. Тут, кстати, кто-то вроде лежал, мне показалось. Аптечка. Аптечка, она поможет. Вот это том. Вот это мне и нужно. Принести мини. Потерпи еще чуть-чуть, девочка. Так. Вот это хорошо, то, что она справа. Миссис Сонг. А мы вот так вот поднимемся. Стоит, записывает, блин, на диване. Так, вот, все, я нашел тебя. Окей, а теперь что? Не использовать аптечку. Может, мне аптечка самому потом пригодится? Ну, давайте используем. Мина, я нашел в медпункте аптечку, держись. И вот это все. Так, и вот, и все. Перевязано. Как самочувствие? Намного лучше. Ай. Ты в порядке? Я вроде бы остановил кровь, но тебе все равно лучше быть аккуратнее. Думаю, теперь я могу идти. Спасибо, Йонха. Ты мой герой. Нет проблем, Мина. Для друга все, что угодно. Ты мне больше, чем друг. Запомни, это хорошо. Думаю, теперь можно отсюда выбираться. Осторожнее, тебе все еще больно. Все в порядке, я ценю твою помощь. Йонхо, не знаю, что бы я без тебя делала. Теперь я свободна. Свободна? А? Так, это была Мина или какой-то призрак? Что ж, теперь меня уже ничего не удивит. По крайней мере, теперь я ей... Так, теперь ей лучше. Так, о, тут еще что-то лежит. Найдена записка. Раньше этой записки не было. Запутанная любовь 3. Теперь иногда меня подводит... Так, иногда меня подводит. Даже не может сделать нормальную куклу. Я хотел, чтобы здесь была Мина, но она не выполнила даже такое постоянное задание. А, простое задание. Она не смогла привести ко мне тень Мины. А та клонированная тень, которую она сделала, была совершенно... гадкой. Я чувствую себя виноватым, будто я как-то испортил, что она не настоящая, но все-таки я приказал тени убрать этого клона куда подальше. Автор Сахо Гилл. Блин, это вот наш друг Сэхо, который вот ходит, толстячок, он что-то тут замышляет, он какие-то клоны делает, судя по запискам, он здесь уже давно находится. Ну, то есть он... часто посещает этот мир. Найдена записка. Секрет. Тень ведет себя странно. Она делает все, что я ей говорю, но не всегда. Есть вещи, которые я еще не понимаю. Однажды я приказал привести ко мне Мину. Вместо этого тень привела мне ее немую копию, куклу. Несмотря на все приказы, она так и не призналась, как ее создала. Может быть, я никогда это не узнаю? Так или иначе, я хотя бы посмотрел на Мину, хоть поговорить у нас и не вышло. Плевать. Автор Сахо Гил. Короче, я так понял, главный злодей в этой игре это наш друг Сехо. Так, ладно, давайте в свой класс отправимся.
Я Соль. Ты еще жив? Впечатляет. Где ты была? Я тебя повсюду искал. Что ж, теперь нашел... Так, что ж, теперь нашел. Видимо, ты не так уж и безнадежен. Так, пора показать ей мои детективные способности. Сказать ей, что я нашел свой табель успеваемости. Сказать ей, что я нашел чей-то табель успеваемости. Скажу, что я нашел свой табель успеваемости. Я нашел свой табель с оценками. Он лежал в столе мисс Сон. Странно, но он там был только один. Ладно, посмотрим, умнее ли ты, чем кажешься. Хм, странно, никогда ничего подобного не видела. Что? Ты что-то нашла? Какую-то другую подсказку? Нет, дело в оценках. Они настолько ужасные. Ох, ну ладно. 3 завальных предмета. Стой, только не говори мне... Ну все, я понял, нам до твоей прилежности далеко. Нет, это может иметь какое-то отношение к тому, почему ты сюда попал. Ты не администратор, так что за этим кошмаром должно скрываться нечто иное. Продолжай поиски. А что находится за главным зданием? Ну, спортзал, бассейн и северное крыло, которое недавно отремонтировали. Так, бассейн, спортзал... И крыло северное. Ну, насчет спортзала, короче, это все больше и больше напоминает Вайдей. Во-первых, монетки, торговые автоматы, которые можно покупать, в которых можно покупать всякую еду и энергетики. Начальное крыло. Оно, ну, там, по сути, двухэтажное было, но здесь четырехэтажное. Главное крыло. А потом еще одно крыло, где будет бассейн. И еще что-то. И по сути, еще, наверное, будет четвертое крыло, где небольшое такое, где будет финал, как раз, наверное. Ну, это я так предполагаю, потому что все больше и больше похоже на Вайды. Хотя это совершенно разные игры, но что-то мне подсказывает, что очень много общего есть. Что из этого отмечено на карте красным? Это северное крыло. Там находится библиотека, конференц-зал, музыкальный класс и спортзал. Ах, да, и еще класс ИЗО. Почему бы тебе не изучить школу? Сосредоточиться на 3 предметах. Алгебре, обществознание и ИЗО. Вдруг эта карточка с оценками прольет свет на нечто большее, чем твоя плохая успеваемость. Мое 6 чувство подсказывает, что в северном крыле есть что-то еще. Я чувствую, что оно сосредоточено... Так, что оно сосредоточение всего. Если ты туда проберешься, то, может быть, поймешь, что к чему. Твое 6 чувство? Ладно, буду откровенен. Если бы вдруг не творился такой кошмар, я бы подумал, что ты сошла с ума. Я уже столько пережил, так что откройся. Кто ты такая или что? Ты словно ожившая героиня аниме или что-то в этом духе. Хм. Тут переборщил. Место, где мы находимся, на самом деле, это не твоя школа. Это кривое отражение нашего реального мира. Мы называем его Кома. Меня можно назвать путешественником. Я исследую загадочные места с темным прошлым. Как твоя школа? Кто я? Не так уж и важно. Этот мир и что... Так, и то, что в нем происходит, куда важнее. Что ж, спасибо огромное, что объяснила. Теперь-то я точно все понял. Кстати, слышишь этот звук? Это сарказм. Слушай, я пытаюсь тебе помочь. С каждой секундой в коме становится все опаснее. Чем дольше ты тут находишься, тем сильнее становится убийца. И у тебя мало времени. Распоряжайся им как хочешь. Окей, ладно. Допустим, ты права. То есть, если я пойду в северное крыло, я смогу узнать, почему это место погрузилось в кошмарный ад? Вау, неужели до него хоть что-то дошло? Если бы ты так же внимательно слушал на уроках, может быть, твои оценки были бы лучше. Эй, вот только давай без этого. Эти плохие оценки явно проделки злых сил, наверное. Йонху, у тебя что, своих дел нет? Я занята. Расслабься, я собираюсь в северное крыло. Умный мальчик, теперь шевелись. Уже.
Давай... А, блин, сохраниться нельзя. Так, ну тут ничего интересного нет, потому что я все кабинеты исследовал. Сюда нам, наверное, больше возвращаться даже и не нужно. Так, теперь нам нужно... Ну, вот здесь остались некоторые кабинеты, которые я открыл. Во-первых, кабинет председателя. Неизвестно, что нужно выбирать. Красную звезду или все же синий круг. Подземная парковка и подземный склад. Ну, скорее всего, я так понимаю, на подземную парковку мы выйти не сможем. А вот на подземный склад можно выйти. Может быть. А здесь тоже что-то с выходом случилось, что он закрыт. Но я ни разу не был в компьютерном классе там, потому что закрыто. Ну ладно, давайте... Тогда... Что? Тогда мы... Наверное, отправимся сначала к нашему другу. Может быть, он что-то новое скажет. Если нет, то мы отправимся в северное крыло. Мы находимся на втором этаже. Нам нужно подняться на третий этаж. Так, и в кафетерий. Так, у нас есть время для того, чтобы сбегать к нашему другу. Подождите, а летописец пропал. Зато он что-то тут написал. Куда он собрался? Все, ушел. Он оставил тут записку. Не люблю я вечерние занятия, бульдога. Конечно, у меня по алгебре всегда были плохие оценки. Находить к нему на на двухчасовую продленку – идиотизм. Не собираюсь учить то, что не понадобится после выпуска. В том универе, куда я собираюсь поступать, все равно не нужна математика. Он даже не понимает, что просто тратит мое время впустую. Неизвестный. Ну, так, не думаю, что ему это известно. Скорее, просто где-то услышал. В любом случае, это он развешивает в школе все эти записки. Но с какой целью? Как бы то ни было, мне посещать уроки бульдога тоже не хочется, иначе это будет самая напряженная продленка в мире. Что-то я давно не видел миссис Сонг. Ну как ты тут? А, чувак, у меня тут чуть сердце не остановилось. Я думал, это опять она. Ну извини, уверен, что не хочешь пойти со мной. Будет безопаснее, если мы будем вместе. Увы, мать природа обделила меня твоим телосложением. Я не выдержу из-за бега по школе. Как насчет другого варианта? Ты иди, а я через некоторое время, двинусь за тобой. На безопасном расстоянии. Знаешь что? Лучше забей. Только не надо на меня так смотреть. Ну как ты тут? А, он то же самое же, короче, говорит. Причем мы уже это читали. Блин. Так, ну ладно. На этом я тогда завершу серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.